Каспийский 4-летний ребенок выпал из окна 8-го этажа. От полученных травм он скончался в больнице. По этому факту проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Следственный комитет Дагестана. По предварительным данным, ребенок выпал из приоткрытого окна квартиры в 6 утра. С переломом основания черепа он был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы, где и скончался. Следователи устанавливают подробные обстоятельства инцидента.